Будут комментировать Константин Генич и, конечно же, Георгий Черданцев. Игра обещает быть что надо, так что все внимание на поле. Не смогли они мяч удержать. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Хорошо разыграно, навешивать надо. Играют они в пас. Уверен, он сыграл сейчас. Состав гостевой команды. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Леон Горецко. Тьяго. Идут в атаку они. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Удар есть. Отправляет он мяч в сетку. Отлично сыграл в этом моменте. И уже в самом начале матча получилось вывести команду вперед. 1-0 в нашей игре. И гостей в линию расположились. По-моему, они готовятся создать искусственное положение вне игры. Альваро Одриасола. Есть кому в атаке помочь. Тьяго Алькантара. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Классный отбор, можно играть. Очень активно в прессинге соперники сыграли и смогли себе вернуть мяч. Тьяго. Леон Горецко. Тьяго. И как он дальше мячом распорядится. И как пробил. Хороший удар, но рядом со штангой. Теряют они мяч. Тьяго Алькантара. Мяч у них на чужой половине. Играют в короткий пас. Они сегодня много. И, видимо, ставка сделана на владение мячом. Ходит мяч у них. Играет он на партнера. Катают они мяч. Опасно как. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Защита гостей располагается для создания... Отмечаем, конечно, очень классные действия нападающего. И мяч на фланг отправляется. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Серж Гнабри. Алаба. Крайне плохой пас получился, мяч перехвачен. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды.